США сейчас расследуют случай незапланированной атаки на Белый дом. Несколько дней назад в прессе появились сообщения, что опасности резиденцию главы государства подвергли те, кто должен его охранять – сотрудники специальной секретной службы. Алексей Веселовский убедился, что это далеко не первый прокол в работе агентов. Очередной скандал секретной службы, охраняющей американского президента и Белый дом, начался с банального происшествия. Женщина оставила рядом с резиденцией Барака Обамы пакет. Все такие случаи расследуются, поэтому территорию оцепили и вызвали агентов Secret Service.